Всем привет, дорогие зрители, вы на канале Максим Рейдж, с вами Анатолий и Mortal Kombat. И сейчас меня будет избивать какой-нибудь хренов компьютер. Только вот интересно, кем же мне быть? Ну точно не этой. Во, мой любимчик. Ха-ха-ха. Ну, вначале легко, поэтому давайте на нормально поставим. Вначале оно будет легко, но потом противники будут меня сливать просто как какой-то кусок. Опа-на. Джонни Кейдж. На Джонни Кейджа, ну, первый бой это будет вообще тренировочная разминка. Сейчас просто его. Просто. Я забыл, как драться, господи. Я в синих трусах. Ты чё тут? Урод. Иди отсюда. Урод. Пошел. Нафиг. Да ты. Что ты там? Что там? Да не повторяй за мной. Ой, забыл. X-Ray, давай. Бей меня. Красавчик. Он почувствовал всю боль. Да, черт, я хорош. Я уже, блин, разучился вообще все приемы делать, разучился. Господи, нажимаю просто рандомно клавиши, что-то получается. Даже он это умеет делать. Это даже неинтересно, он тоже это умеет делать. Это первый оппонент. Он все умеет делать. Ты что делаешь, а? Да блин, я хочу по шарам дать. Иди сюда. Еще руки, блин. Фига. Еще руки, блин, замерзли. И это капец какой-то. Да. Так, надо сейчас сразу им бабалить и будет сделать. Не бабалить, а что-нибудь поинтересней. Блин, холодно, руки замерзают, вообще тяжело играть в драке. Вперед, вперед, назад, вниз. Стоп, вперед, вперед, назад, вниз. Это слишком тяжелая комбинация. Вперед, назад, вниз. Я могу ударить его, ладно. Вперед, вперед, назад, вниз. Уф, у меня получилось. У меня получилось. О, да. Вот так я поступаю со своими каскадерами. Фаталити. Ну чё, это первую серию Mortal Kombat я запишу один, а потом я буду хотя бы с кем-то базарить, потому что одному записывать вообще, прям вообще. Вообще не очень. Ну, в смысле, играть я буду все равно один, но уже базарить меня не один. Ты чё там, Фредди? Чё ты там удумал, а? Фредди, да ты щенок. Хочешь поведать мою красную ногу? Блин, мудак. Я сейчас за это уделаю, понял? О, господи. Фредди, успокойся. Мне надо будет, кстати, посмотреть фильмы с тобой, парень. Прикинь, я такой особенный, что даже не видел твои фильмы. На, отдыхай. Не-не-не, парень, успокойся. Я не знаю, как люди играют на экспертах. Сейчас после третьего... О, господи, твой X-Ray был просто идеален. Сейчас после третьего противника на нормале будет уже нереально играть. Я не знаю, как можно играть, блин. Это надо быть такими трузодротами, которым я не являюсь. Я играю в Mortal Kombat очень мало. Блин, как тут прикольный песок такой еще. Кровь на песке остается. Господи, зачем я это сделал? Вау, ты чё? Да ты... Щенок! Да ты... Совсем офигевший, что ли? Ты хочешь меня ударить? Да не так, чувак. Давай, бей меня. Ты! Урод! Ты еще скажешь, что меня убить хочешь? Да, господи! Ты можешь успокоить свои когти, росомаха недоделанный. Как-то там люди, блин, комбинируют такие комбо делают. Ой, это был финиш хем. Комбо, блин, крутые делают. Я много роликов видел. Ну как? Так, чуть-чуть. Так, что-то у меня, блин. Этот подшаливает. Наушники подшаливают. Ну так вот, я не могу так много контролить и комбо жесткие делать. Поэтому просто буду огребать и пытаться делать одиночные удары. Да господи, я хотел апперкот. Как же. Тупой скилл, тупая дура. Тварь. Да ты.
совсем офигела. Как ты это сделала? Пошла вон. Пошла вон. Я сейчас тебя долбану чем-то. Только не этим говном. Вот так вот, кстати, прикольный скилл. Давай, подойди. Ну, не получилось, прости меня. Не-не-не, не успел X-ray заюзать. Нет. Вот давай, бей меня. Тварь. Да как, почему ты меня не била, а? Я старался, значит. Иди нахер. Нет, ты меня не убьешь. Нет. Не надо блок. Не надо слов. О, нет. Нахер. Да блин, какой хер отстой, странный брейкер туда. Сдохни. Дура, четырехрукая, ненавижу тебя. Ты самая неудачная, кто здесь есть, поверь мне. Да, стой. Да блин, да что ж вы... Никто не любит красную ногу. Просто... О, господи! Просто пытаюсь... Нет! Это было красиво. Ах, огребла тура. Не-не-не-не-не! Вот, огребай. На, смотри, как я научился делать. О, нет, у тебя X-ray, не надо X-ray. Только не X-ray, нет. Нет. Блять. Почему нельзя в полете блок? Нет, я же блок жал. О, господи, нет. Я не знал, что твой X-ray блок пробивает. Прости меня, дура. А теперь греби. Фух. Твою мать, как она X-ray еще пробивает. Дрянь. Просто дрянь, так, вниз вперед. Фу, хоть у меня очень мерзлые пальцы, но я все равно это сделаю, но тебе тварь. Ненавижу тебя. А мне опять слышно звук только в одном наушнике. Тупые наушники. Фаталити. И теперь бойся с Молоком. Братиш! А чё это я получил сразу? О, господи, я знаю, как этим скиллом троллил многих. Да ты! Что ты? Сука! Успокойся! Да господи, нет! Да блин! Да почему ты такой изворотливый сукин сын, который блок держит постоянно? Вот скажите, вот как играть с такими ублюдками? Если и просто, блин, тебя налево-направо... Ну, тут ты, конечно, тупанул, прости, брат. О, господи. Вот это замесище. Замесища нубские. Сейчас. Да не. Нет, я не это хотел сделать, брат. Вот, наконец-то хоть раз на красную ногу попались. О, господи, ты куда? Ты пэшишься, тварь, ты промазал, лох. Не-не-не-не-не, я пошутил, ты нормальный, сейчас дай я тебя добью. Да блин, ты умрешь, нет. Фу. Придурок. Такой быстрый такой, нервный, придурок. Успокойся. Так, как ты так ударил? Я так ни разу не бил никого. Первый раз вижу это дерьмо. Ты, сукина дочь. Да господи, сукина дочь. Ага, надо тебя карать за это. Вот, ты блоки, да, любишь держать? На тебя, вот это по щам. О, господи, я не попал. Да ты... Блин, как так Блин, это же надо быть таким задротом, чтобы это все предугадывать, каждое движение противника, ставить вовремя блоки, блин. Делать удары, выпады, прыжки. Лол. Лох. Пошел в шапу! Рак наказал Смога. Ой. Не то. Прости, Смог. Ты не станешь маленьким. Отлично. Отлично, Эрен, это последний бой, который меня натянут. Я бы, конечно, лучше ушел бы. Ну, Лю Кэнга точно не убью, не побежу. Он непобедим. А чё у него рука уже? Я тебе руку-то не бил, придурок. Почему у тебя рука болит? Ну ты... Его контратаки сейчас меня задолбают, вот смотрите, вот, ну, я уже об этом молчу. Вот, начинается это дерьмо, Лю Кэнговское. Вот, да, оно продолжается. Оно как бы, как началось, так и продолжится до конца боя.
О, у меня нету X-Ray. Йо, а я не знал. А теперь есть. Вот я сейчас хотел его активировать. Вот он тоже нажал, блин. Блин, придурок. Почему ты меня атаковал, а контратаковать хотел? Придурок тупой. Тупой Лю Кэнг, блин, только своего Шаолинь и знает. Глупый. Я актер, я в Голливуде, наверное, снимался. Иди в жопу с своим велосипедиком. Что такое? Что, что, твои яйца пострадают сейчас? Нет! Нет, придурок, нет! За что? Ты, ты чему тупое? На, красной ногой. Да, блин. Ты знаешь, что ты попал? Все, брат, ты попал. Вот, на, да. Пошел. В свою часть экрана, понял? В своей части экрана только сиди, ублюдок. Иди, иди, на, блин, господи, красная нога, да, еще одна красная нога, да как ты все блочишь, придурок, так, да, господи, сильный удар по яйцам даже не сработал, ну ты ублюдок, конечно, тупое чмо, да ты охренел. Что он делает? Ты падла, я тебя убью все равно. Иди в жопу засунь, знаешь, куда своего дракончика, ублюдок. Повторить, конечно, все. Падла. Иди нахер. Да блин, я хотел перкот. Глупый Джонни Кейдж, который... У которого, блин, похожая раскладка ударов. Огребай, блюдок. Слишком далеко. Давай, вот этот. Вот этот. Мне X-Ray надо было просрать, попробовать. Да! Да! И как тебе? Как тебе? Черт, я хороший. Я был в этом раунде прям на высоте. Давай, ублюдок. Да ты! Да ты! Да ты! Че, нога круче, да? Да ты! Все, я не хочу третий раунд, ты чё, на, по яйцам, огребай. Так, господи, я не хотел это. Фу, хотя бы его атаку предотвратил. Вот, и его X-Ray увернулся, вообще просто пошла тема. Нормально вообще, сейчас его... О, нет, не контр... не надо. Не надо контратаки. Че-то, я не знаю, что такое блок, вообще не знаю. Поэтому... Тактика у меня очень глупая, хотя топовые игроки тупо в блоке и сидят почти все время. Господи, успокойся! Сукин ты, блюдок китайский. Засунь в жопу свой Шаолинь, даже X-Ray мой не хочешь опробовать еще раз. Тебе тот раз понравилось? Ах ты, тварь. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Тихо, ублюдок. Я его, кстати, маленьким не видел. Или видел, не помню. Ладно, ладно, теперь, я думаю, получится. Маленький Лю Кэнг. Да, кстати, не видел я этого дерьма. Бабалите. Ну, на этом я закончу. Думаю, 5 противников победит, это для меня рекорд. Так что... так что, Ермак, иди в жопу. И встретимся в следующих сериях. Всем спасибо за просмотр.